Град бьет по окну. Дождик с утра. А написано: яркое солнце. Ну вот это утро такое. Через полчаса, может быть, будет синее небо и яркое солнце. Ну вот, как я и говорила, через полчаса будет синее небо и яркое, жгучее, палящее солнце. Вот такая вот погода в Лондоне всегда. То дождь, то через полчаса буквально солнце и жара. Да, я иду в Шордич, встречаюсь там со своей подругой, украинской подругой, с которой я училась вместе на MBA. Открой глаза. Привет, дорогая. Нет. Только что. А, представляешь, я закончила. Ты не ощутила меня. Знаешь что, я закончила 108 раз. Что 108? 108 раз надо читать мантру. И думаю, ну пока Настя нет, я второй раз почитаю еще 108. Не целуемся. А, да, точно. Коронавирус. Такой фон чаржин тут есть. Download app. О, надо, да, это же прикольно. Scan and code to unlock charge. Ты понимаешь, как это да, все? Да, сейчас это вот... Расскажи, как это делается. Ну, берешь и заряжаешь телефон. Что, вот этот кейс берешь? Ну, смотри, ты берешь отсюда такую штучку. Сейчас. А, видишь, оно блок, тебе нужно... Надо что-то сделать. Да. Ну, берешь и что? Да, и там ты можешь... Вот, и ты заряжаешь. То есть это пауэрбанк, получается? Да, это пауэрбанк. Понятно. Лидия, помаши мамирочкой. 40 ден? О чем такие? Нет, как гаммашка. 5 фунтов. Это что, 500 рублей? Это так? А размер МВ? Ну да, Лидия сегодня нарядилась практически без колготок. А ветрище такой. А где надевать будешь? В туалете. Пойдем обратно. А, ну давай не обратно, давай найдем другой. Или туда пойдем. 5 фунтов. Пока ветра нет, автотранспорт очень сильно шумит. Расскажу. Значит, с Лидией мы встретились, но сегодня очень ветрено. Очень-очень ветрено. Она в колготках пришла в платье, поэтому она решила пойти домой, а я пошла дальше гулять по Шордичу. Она замерзла, а я тепло одеваюсь, поэтому написано Хокстон. Поэтому все окей. Репортаж будет. Смотрите-ка, теперь уже и посылки можно сдавать, не приходя на почту. Забирают с 6:30 Monday to Friday и с 12 Saturday. Прикольно. Ну и простой бокс-офис, который все уже знают. Для простых писем. Вот так вот стоят посреди улицы в Хокстоне. Ну, Шордич это тоже называется. Вот позади меня начинается одна из улиц Шордича, на которой нарисована куча граффити. Пойду поснимаю, посмотрю и вам покажу.